Latvijā mētiecīgi ieveda noziedznieku PSRS laikā. Ir pat attiecīgs dokuments, paklausieties. Направляется ежегодно в строительные организации Министерства строительства Латвийской ССР не менее 1500 квалифицированных рабочих, в том числе по городу Риге не менее 1000 человек. При этом направлять строительные организации Латвийской ССР, расположенные в Риге, лиц, отбывших уголовное наказание и ранее не проживающих в столице республики. Лудзу pateicoties biedram Pugo, un pateicoties biedram Jurijam Rubenim, mēs varam pateikties par milzīgo noziedzības līmeni Latvijā un par mērtiecīgu migrācijas palielināšanu. Arī pie mums darbu un laimi meklēdami. Как называется, простите, ваша деревня? Таюрский район. Космитина, шесть дзивоемо свагонос. 70% ранее судимых из мужчин. То есть люди, которые по 28 лет провели в местах лишения свободы в сложности.